Всем доброго времени суток. В этом видеоролике я хочу вам показать свою голубику, которую я посадил в этом году, весной 2021 года. Посадил я ее в конце апреля, 27 числа. Эти саженцы мне дали из теплицы. Это первое плодоношение у кустов. Я даже удивился, как оно, что они будут плодоносить. Я думал, плодов в этом году не будет, но на всех кустах завязались ягоды. Кустам третий год, если я не ошибаюсь. Третий либо второй. Это, наверное, третий. Да, это третий год кустам. И вот в третий год вегетации вот такой результат. Вот такие вот ягодки. Они везде позавязывались. Повторюсь, я посадил в апреле, в конце месяца апреля. Вот такие вот кусты. Покажу по-быстренькому вам все кусты. Вот это второй куст. Вот, везде завязи. Везде голубика. Вот. Вот, смотрите, везде голубики много завязалось. Вот третий кустик. Вот голубика, вот позавязывалась. Четвертый кустик. Вот так вот. И вот пятый куст. Так, теперь расскажу вам, как я садил ее. Как я знаю, голубика любит кислую почву. Ей для хорошего роста нужна кислая почва, поэтому я поехал в лес, набрал лесной земли. Вот чисто на сантиметров 10. Вот этот слой земли в лесу. Там, где елки, вот эти все, много елок. Весь слой набрал, привез сюда, на участок. Выкопал ямки 70 на 70 и глубиной 70. Туда засыпал этой земли, перемешал с торфом. Привез еще торфа. Эту всю лесную землю перемешал с торфом. Добавил удобрения суперфосфата. И посадил эти кусты. И вот в таком вот состоянии находятся сейчас мои кусты голубики. Я, если честно, сам удивился, вообще удивился, когда они начали цвести. И вот так вот просто усыпано ягод на этих кустах. Кустам третий год, повторюсь. Первое плодоношение. Я их пересадил. Особо корневая система, как бы, не знаю, она особо не такая большая уж. Но все равно растет вообще классно. Изначально, когда я ее только посадил, у меня все листики покраснели полностью. Красные листья были. Но через недели три все стало нормально. Листики позеленели, начало цвести голубика. И вот такой вот результат. Так что садите голубику. Очень вкусная ягода. Я еще себе буду досаживать 10 кустов голубики на моем участке. Вот так вот все, что хотел сказать, сказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Буду с радостью на них отвечать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем удачи, больших урожаев.